Люди, здравствуйте! Я уже вижу, что кто-то из вас пошел в комментарии, чтобы написать «Я первый». И именно поэтому сегодня мы посмотрим видос на канале Дэйм, который называется «Типы комментаторов, изображенные в Майнкрафт». Именно так сегодня мы посмотрим на различные сценки, которые приготовил Дэйм, где он изображает разных комментаторов, разные типы комментаторов. Поэтому я очень надеюсь, что вам понравится видос. Вы поддержите его вашим лукасом вверх, и мы сразу же приступаем. Нажимаем play и поехали. Ребята, обязательно по традиции ссылочка на канал Дэйм и на это видео будет в описании. Перейдите, подпишитесь, поставьте лайкос, потому что реально делает офигенный контент. Я здесь для того, чтобы на все это вместе с вами посмотреть и вам все перевести, так как здесь все на инглише, на английском. Поэтому, ребята, что ж, первый тип комментаторов. Я даже не знаю, комментаторы, комментарщики. Первый, тот, кто пишет «Я первый». Давайте посмотрим, как это изобразил Дэйм. Типы комментаторов изображены в Майнкрафт. Так, было загружено одну секунду назад, то есть именно это видео. То есть он типа загрузил вот только одну секунду назад. Поехали. Ноль просмотров. Уже кто-то первый. Уже кто-то успел написать first. Ребят, вы когда-то бывали первым? И когда вы обновляли страницу, конечно же, там уже таких человек 10, наверное. Не знаю, интересно, кто будет самым первым на этом видеокомментатором. И вы можете видеть, Minecrafter64 был первее этого чувака, и он разлился. Коммент, который я ненавижу больше всего. А это еще что такое? Я, честно, не смотрел это видео, я не знаю. Не нажимай на эту ссылку, или ты пожалеешь. О, нет, я не знаю. Вы же знаете такие комментарии, да, где спамят какими-то странными ссылками, типа... Не нажимай на эту ссылку. И все по реверсивной психологии, наоборот, нажимают. И, ребят, я всегда обхожу стороной все вот эти вот рандомные, странные ссылки в комментариях. И, ну да, окей. Да. В этом случае, окей, это безобидный рекролл. Но иногда эти ссылки ведут на всякие подозрительные сайты. Ребят, не кликайте на подозрительные ссылки вообще нигде. Старайтесь, пожалуйста, чтобы, ну, там, не заразить ваш компьютер вирусом. И имейте также установлен антивирус, чтобы, ну, чтобы все было хорошо. Окей, кто был до того, как это видео взорвется? Ну, взорвется, имеется в виду, типа, станет супер-мега популярным, завируситься. Кстати, очень-очень популярный коммент. И тоже такой часто у меня в комментариях видео, типа, кто здесь до миллиона просмотров, или там, кто здесь достаточно просмотров, и так далее, то есть, ноль просмотров. Окей, мы поняли, что мы видим. Кто здесь до того, как это видео завирусится? И оно, типа, взорвалось, потому что по-английски blow up, это, типа, ну, вы поняли отсылку, то есть, и в прямом смысле все взорвалось, поэтому, окей, хорошо, я понял, спасибо, ясно. I came here to check, а? Я пришел сюда, чтобы проверить что? YouTube Rewind. О, нет, только не YouTube Rewind. Ребята, вы же знаете то, что... В 2020 году, нет, в 2020 году не сделали ревайнд из-за хейта, друзья, все ненавидели этот YouTube ревайнд, боже мой, там, это, вроде бы последний ревайнд 2019 года набрал рекордное количество дизлайков за всю историю YouTube на одно видео, представьте себе, видео, которое вышло официально от YouTube, набрало больше всего дизлайков за всю историю, мне кажется, это супер смешно, ну, потому что, но я не буду объяснять, почему, вы, наверное, сами знаете, смотрели, поэтому окей, в чем прикол, коммент. Так, какой коммент? Я пришел сюда, чтобы проверить дизлайки. Да, друзья, именно так. Я тоже пару раз заходил на то самое видео. Я не знаю, оно все еще в доступе или их тоже удалили. Я не думаю, что их удалили. Но я иногда захотел посмотреть, сколько там дизлайков. Я просто офигевал от количества дизлайков, поэтому окей. Просит на подписки. Выпрашиватель подписок, друзья. Да, есть такое, миллион просмотров. Лайк поставил и комментарий. Подпишись на мой канал, или ты умрешь через 5 секунд. Да. Таких вобан сразу. 5 секунд. О, нет. Надо подписаться. Что он делает? Куда бежит? А, подписаться все-таки есть. Это, кстати, канал Дэйма. Это он написал. Канал Дэйма, подписаться и. 0 секунд, ничего не происходит. Окей. Фу. Лол, пронесло. Сейчас что-то будет. Окей. Я так и знал, что что-то должно будет произойти. Хорошо, неплохо. Здесь у нас комментарий. Верни мне обратно мое время, которое я потратил. Да, такие тоже комментарии есть. Типа, зачем я потратил время на это видео? Верните мне вот эти 14 секунд видео, или там, одну минуту видео, которую я посмотрел. Вы наверняка видели тоже такие комментарии. Или вы сами писали такие комментарии. Что здесь происходит? Это какой-то ТикТок? Что это такое? Верни мне обратно 10 секунд моей жизни. Окей. Типа он танцует, типа это видео. О, все? Окей. Дети в Африке. О, нет, я очень не люблю эти комментарии.
где что-то делают, что-то тратят, что-то выкидывают и так далее и тому подобное. Есть люди, которые пишут, дети в Африке могли бы вот в этом случае съесть это. Я не уважаю такие комментарии, очень не круто, не смешно, не весело, поэтому в чем здесь-то прикол? Типа, окей, так, я не понял, ну да ладно, веселые факты, что за веселые факты, давайте посмотрим, что мы имеем. Прикольный факт, нажми Q, чтобы получить бесплатные алмазы. Ломао, окей. Ну, мы все знаем, что делает Q в Майнкрафте, правильно? Только погодите, а как это связано с комментариями именно? Это, мне кажется, знаете, не с комментариями больше связано, а с чатом на стриме. Иногда так стримеров троллят на чате, типа, нажми там Alt F4, бла-бла-бла, нажми Q, чтобы бла-бла-бла. Ну, те, кто не шарит. Ну, или просто они отвлеклись на что-то, они нажимают, и происходит следующее. Что такое скептик? Что за скептик у нас? Давайте посмотрим. Скептик — это типа человек, который ничему не верит и всегда и вот не доверяет ничему, что он видит на Ютубе. Так. Что у нас скажет этот скептик? Алло, фейк. Окей. Да, да, да. Есть очень много таких людей, которые пишут, что фейк — это все. Но опять же, на Ютубе в наше время нужно, да, быть немножко скептиком, потому что ты никогда не знаешь, фейк или не фейк, так далее и тому подобное. Но есть люди, ну, которые уже переходят границу вот этих вот фейк-комментов, поэтому окей. Милый комментарий, добрый комментарий, давайте посмотрим. Счастливого 2020-го всем, кто читает этот комментарий. Мило, лайк. Конечно, лайк, хорошо. Несколько месяцев, через несколько месяцев. Да. 2020 год, как тут отсылочка. Типа в начале, наверное, 2020 года кто-то это написал. Через пару месяцев, вот что с миром происходит. Это прикольно, я понял отсылку, я понял, хорошо. Дальше, что у нас здесь? The Social Justice Warrior. Защитник социальных прав. Или как-то так можно это перевести. Что же он нам здесь напишет? Ну, слушайте, вы заметили то, что все вот эти вот комментарии, даже вот мы читаем сейчас все вот эти комментарии на английском языке, это в основном в американском сообществе, но в русском сообществе все точно так же, друзья. Все те же самые комментарии, те же самые сценки, все это мы видим даже в русском ютубе и на любом языке. Что здесь написано? Что происходит? О! Защитник прав. Только что написал, что такое woman? Я не понял. Как ты посмел... я понял. Он типа написал woman, только по-другому, окей. Как ты посмел смеяться над женщинами? Короче, окей, вы поняли. Окей. Короче, тебя нужно изгнать, или я даже не знаю, как это правильно перевести, но... Окей. Да, есть такие. Даже пошутить нельзя, то есть сразу же... как ты можешь смеяться? Окей, хорошо. О, нет, вот это я не очень люблю. Это когда угрожают, реально, угрозы смерти происходят в комментариях. Это... Что за музыка? Что-то это слишком добрая музыка, вам не кажется? Но это очень плохие люди, которые желают смерти кому-то в интернете. Это, ребят, очень плохо. Смотрите, человек пишет, Херабрин, это фейк. Я найду тебя и... Окей... Мне нравится этот прикольный музончик на фоне. Я не знаю, слышно вам или нет, но... Так. Я бы хотел увидеть, давай попробуйте. Окей. Он сейчас появится где-то здесь, да? Оп. Оу, здорово. Окей. Спасибо, Дэйм, спасибо тебе за то, что ты там сделал такую сценку. Комментарий, который просит лайки. О, такие комментарии. О, боже, сколько этих людей и сколько разных интересных идей даже они придумывают, чтобы лайки собрать. Поэтому давайте посмотрим. Топовый комментарий. Лайкни, если ты смотришь это видео в 2021 году. Ребят, лайкните мое это видео, если вы смотрите его в 2021 году. Как вам такая идея? Окей, что ж. Нафармил, друзья, нафармил лайкосов. Погодите, дизлайк, лайк или дизлайк? Дизлайк или лайк? Лайк, дизлайк, лайк, окей. Так. Дальше что? Он сейчас ему ответит на этот комментарий. Me too, я тоже. И все, окей, хорошо. Это, ребята, я даже не знаю, как правильно перевести. Это типа полиция правописания. То есть, когда кто-то что-то неправильно написал, все, есть эти люди, которые обязательно тебя поправят. Типа, нет, это пишется не так. Что у нас здесь? I'm impressed by the quality of this video. Типа...
Я, так сказать, мне очень понравилось качество этого видео. Окей, хорошо. Я восхищен качеством этого видео, может так перевести. Окей, окей. Вот, то есть тут чувак его поправил, то есть он не поставил вот этот вот... ребята, я даже не знаю, как это назвать. Неважно, все. Получил насеритовым мечом. This is what you get if you mess with me again. Это то, что ты получишь, если ты снова со мной свяжешься. Окей. Okay. Он его снова поправил. Опять же. То есть, ну, я даже сам, когда пишу на английском, я не часто ставлю вот этот знак. Как он называется, друзья? У меня вылетел из головы. Неважно, друзья. То есть, окей. Okay. Это разделение, не важно. Короче, self-proclaimed doctor. О, чувак, который вообразил себя доктором. Да, типа, который он все знает. Why do I have a lump on my neck? Почему у меня какое-то воспаление на шее? И сразу же в комментариях кто-то тебе скажет, все расскажет, потому что он считает себя мега-доктором. Все правильно? Давайте посмотрим. У меня есть некоторые... у меня есть точно такие же вещи на моей шее тоже. Окей, допустим. О, вот он, пришел. Здравствуй. Rip, you must have last stage cancer. Да, типа у тебя рак в последней стадии. Да. До свидания, мир. Да, но я бы даже сказал, это в большей степени тролли, наверное, на самом деле. Хотя есть все-таки вот эти вот доктора, которые пытаются как-то это анализировать, хотя они, ну, ничего не шарят, поэтому окей. Окей, поехали дальше. Когда просят подписки креативным способом. Давайте посмотрим, какой же тут креативный способ. Я надеюсь, что я когда-нибудь стану самым ненавистным ютубером в мире. То есть ютубер, которого будут все ненавидеть. Окей. Это типа комментарий, который... KYS, окей, я не знаю, знаете ли, что такое KYS, но я лучше не буду это произносить, то вдруг мне демонетизируют видео или еще что-то, потому что YouTube алгоритмы сразу же распознают такие вещи, когда ты не говоришь, у них автоматически распознаются все фразы, все ваши слова, которые вы говорите в видео, если вы говорите что-то такое. Короче, неважно, друзья, что такое KYS. Типа, это наоборот вот противоположное. I love you. Это я тебя люблю. Только я ничего не понял. Наверное, из-за того, что я отвлекся на QoS. Короче, неважно. Что у нас дальше? Phishing links. А, вот они, подозрительные ссылки с фишингом. Давайте посмотрим. OMG, я нашел бесплатный хак, но он работает 100%. Кликни сюда. Угу. Опять же, повторюсь, ребят, не кликайте, пожалуйста, ни на какие такие ссылки. Никогда, ребят, никогда, пожалуйста. Так, ссылка не работает. И сейчас что-то произойдет. Сейчас, на следующий день. О нет, он что, идет в банк? Да, он идет в банк. Ноль. Да, затроллировали. Имейте в виду, будьте осторожны в интернете, да, друзья. Окей, бесполезные аргументы. Давайте посмотрим. Как KFC сделан? То есть, как, я так понимаю, как делается курица в KFC? Сначала была курица, Стэн говорит. Нет, сначала было яйцо. Нет, ты не прав. Нет, ты не прав. Окей. Что, здесь попкорн? А, ты типа наблюдаешь за вот этими комментаторами, которые друг на друга там орут и пытаются выяснить, кто из них прав. А тебя мама, что ли, уронила, когда ты был маленький? Окей, типичная фраза. Типа, тебя роняли в детстве, что ли? Окей, ладно. Check out my music. Типа, чекните мою музыку, которую я пишу. Музыканты наши в комментариях. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Я делаю лучшую музыку, чем это, лол. То есть это комментарий к какому-то музыкальному видео, допустим. Дизлайк. Угу. Что у нас здесь? Привет, ребята, я маленький артист, небольшой артист. Пожалуйста, чекните мою музыку на моем канале, плиз. Нет, дизлайк. И он чекнет, давайте посмотрим. О боже. Оу. Оу. Ой-ой. Ой-ой. Ой-ой, вот все. Окей, да. Это, короче, всегда это бывает очень слишком плохо. Никто. Наш любимый типичный комментарий. Очень, опять же, любят все эти писать. Даже в русском ютубе все эти комментарии есть в русском ютубе. Короче, никто, двоеточие. И я, ну или кто угодно. И мы видим то, что у нас. Окей. Че угодно, то есть, да? Типа никто, и дальше там я или кто еще. И можно что угодно вставлять. Самый простой формат вот этого мем-комментария. Окей.
Да, да, кровать в аду. Что, подобие портала, дом у лавы. Сейчас он загорится из досок, да? Или что, или как, или где? Что происходит? Мотыга? Алмазная мотыга? Не надо, не надо. Что ты делаешь? Окей, я немного запутался. Что нам хочет сказать ДМ? То есть, опять же, то, что я сказал, то, что можно рандомную, любую вообще рандомную дичь вставлять после, типа, никто и кто-то. Я, допустим, окей. Скопированный комментарий. Давайте посмотрим. Что учитель... погодите. Что учитель просит нас сделать? Читать дальше, а? Что учитель просит нас сделать? Ага, не понял, пока что читать дальше. А погодите. Это типа комментарий троллинг, где читать дальше... Это настоящий... Это написано прямо в комментарии, а не в ютубом. Ты засмеялся, проиграл... выпуск сотый, боже мой. Кто-то еще снимает, засмеялся, проиграл? Вроде бы там же PewDiePie когда-то такое снимал. Я просто сейчас уже вообще далеко от всего этого. Далек от всего этого, но я не знаю, засмеялся, проиграл. Наверное, много кто смотрит такие вещи. Окей. Что у нас здесь? What does... А, окей. Чувак просто скопировал вот этот вот фановый комментарий с предыдущего видео. Он пошел в другое видео и просто его точно так же написал. И он типа напишет... Да, вот здесь вот, типа, открыть дальше комментарий, хотя это фейковая надпись, там ничего не откроется. Ну, мы разобрались. Надоедливые комментарии, давайте посмотрим. Что за надоедливые комментарии? Картина. О, нет, ты кто? Это мой день рождения сегодня, можно мне немножко лайков? О, нет. Оу, ноу. Нет, нельзя. Но, окей, ну так-то тоже не надо, ну ладно. И дальше смотрит видосик. Окей. Еще один. Notification squad, where you at? О, да, типа, кто по кольцу, кто по... Ну, вы поняли, да, этот комментарий? Типа, кто по оповещению пришел? Где наша команда оповещения? Squad, notification squad, часто комментарий такой встречается на ютубе. Это еще кто? Ты кто такой? Зеленый черт. Fortnite sucks, Minecraft good, like if you're... Good. Да, типа, окей. Fortnite плохо, Minecraft хорошо, лайк, если ты согласен. Лайк? Я согласен. Ну... Не то, что Fortnite плохо, но Minecraft лучше, друзья, понятное дело. Окей, все. Спасибо за просмотр. Слушайте, сегодня у нас получился довольно-таки длинный видос, потому что я много чего пришлось перевести, и также немножко как бы добавить вещей от себя. Поэтому, блин, еще раз спасибо Дэйму за его прикольные видосы. Опять же, повторюсь, ссылочка на его канал и видос будут в описании. Было здорово. Не знаю, напишите ваш любимый тип комментариев в комментариях. Посмотрим, кто у нас первый, кто у нас надоедливый, кто у нас просит подписки, кто у нас просит лайки, кто у нас рекламирует свою музыку и так далее. Интересно почитать комментосы, но и окей, и я пошел.